Министр обороны Судана взял на себя управление страной. Министр обороны Судана Ават Ибн Ауф принес присягу в качестве главы управляющего страной военного совета. Министр обороны Судана Ават Ибн Ауф вечером 11 апреля принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, сообщил телеканал ЛРБЕ. Его заместителем назначен начальник штаба Кемаль Абдельмааруф. Напомним, накануне президент Судана Омар Аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников. В Судане произошел военный переворот. СМИ. Министр обороны Судана Ават Бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на 3 месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается 2-летний переходный период для формирования правительства. В течение этих 2 лет страной будет руководить Временный совет. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.